Ой, здравствуйте. Тем, кто смотрит нас не в первый раз, последний раз напоминаю, что 3557 олимпийских видов спорта вынудили организаторов растянуть олимпиады на 4 года, после чего желающие участники переезжают в новую гостеприимную столицу. И вот буквально вчера к нам пришло известие о совершенно новом олимпийском виде спорта – спортивное усыпление. И сегодня у нас в студии спят лучший снотворный нашей страны Юра Баюка. Мишки спят, Юра. Ля-ля-ля-ля, одеяло и подушки ждут ребят, ля-ля-ля-ля-ля. 1-0, в мою пользу. Юра, это абсолютно новый вид спорта. Не могли бы ли вы рассказать о его основных правилах, целях? Да, вы знаете, это абсолютно новый вид спорта, поэтому правило это не главное. Главное сильнее усыпить соперника. Вот так. Баю-бай, баю-бай, мама рядом, засыпай, 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 баю-бай, баю-бай. 2-0. Ой, скажите, а запрещенные приемы есть в этом виде спорта? Вот. А что это? А скажите, а... 3-0. Это коктейль «Сонливая Мэри». Сверху хлороформ, снизу нашатырь. Вот так вот, Русланушка. Заданный функционал на интервале оптимизации супремума не достигает. Теорема доказана. 4-0. Рота, подъем! Здравствуйте! Тем, кто смотрит нас не в первый... Да, я вижу, к олимпиаде вы готовы. В принципе, да. Сейчас я собираюсь в ЛАСПИ. ЛАСПИ. Везет. Да, везет. Поехать, конечно, не поеду, но хоть пособираюсь, все-таки ЛАСПИ. ЛАСПИ. Спи, 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 спи. Мама рядом, одеяло и подушки ждут ребят. Ля-ля-ля-ля-ля. Заданный функционал на интервале оптимизации супремума не достигает. Теорема доказана. Теорема доказана. Теорема доказана. Теорема доказана. Теорема доказана. Сделай паузу, пойди поработай.